Туристический сезон еще не наступил, а в музее Рождественского многолюдно. И дело не только в том, что площадь экспозиции увеличилась на 150 квадратных метров. Повод для посещения музея – открытие сразу трех выставочных залов. В первом, под названием «Реликварии семьи Рождественских», представлены мемориальные предметы, принадлежавшие членам семьи поэта. Мебель, предметы интерьера, памятные вещи. А в целом организаторы постарались воссоздать быт и особый мир семьи поэта. Две стены, они заполнены фотографиями. Это как раз можно наблюдать. Они точно так же висели в доме Рождественских. Точно так же на даче Переделкино, где мы с Еленой Владимировной Огневой были, когда комплектовали наш музей. Это все находилось именно там и именно так. От сердца, от руки – это вторая выставка. Посетителям постарались напомнить о забытом сегодня в компьютерный век искусстве каллиграфии. Здесь можно увидеть 30 работ, в основе которых стихи Рождественского. Кроме того, гости смогут пройти мастер-классы по художественному чистописанию. И, наконец, третий зал стал пространством арт-коммуникации. Здесь должно сойтись все воедино. И музыка, и живопись, и графика, и слово, и видео, и звук, скажем так. И здесь все приспособлено для этого. Ожидается, что новые экспозиции станут украшением грядущих рождественских чтений, которые традиционно пройдут в Барнауле и Косихе в конце июня. Илья Кочетков, «День с толком».